Всем привет, вы на канале Айс. Сегодня я расскажу о жизни Юли Годуновой до того, как она стала известна. А если ты не подписан, то обязательно нажми внизу на красную кнопочку, и ты будешь подписан на мой канал. И тогда мне будет очень приятно. А теперь я тебе пожелаю приятного просмотра. Юля Годунова родилась 2 апреля 1996 года в городе Ельск. В 2006 году вместе со своей семьей переехала жить в Гомель. Сейчас девушка живет в Минске. Ее знак зодиака Овен, а по национальности она белорусская. В первый класс Юля пошла в Ельске. Когда девочке исполнилось 10 лет, она продолжила обучение в Гомеле. Закончив школу с серебряной медалью, Годунова платно поступила на факультет международных отношений в БГТУ. Там она 4 года училась на специалиста таможенного отдела, но в 2017 году она была отчислена, завалив государственный экзамен. Свой канал на YouTube Юля создала еще будучи школьницей, однако учительский совет не одобрил увлечение юной звезды, поэтому канал был вскоре удален, но ничто не помешало ей продолжить блогерство после получения аттестата. Первые лайф-ролики Юли были посвящены студенческим будням и общажной жизни. Теперь на ее канале можно найти много музыкальных клипов и любовные видео с Владом А4. В 2018 году девушка решила заняться музыкальным творчеством. 7 августа 2020 года Юля выпустила новый трек «Африка», на который также был снят клип. Юная звезда продолжает двигаться в музыкальном направлении, но она не забывает радовать свою аудиторию интересными и забавными роликами, которые выкладывает в TikTok и на YouTube. На Instagram Юли подписано более 1,5 миллиона пользователей. Здесь она делится новостями из жизни и общается с поклонниками. Ну и, конечно, ни для кого не секрет, что она встречается с Владом А4. Вот такая краткая история о жизни Юли у меня получилась. Если тебе понравилось мое видео, то обязательно подпишись на канал и поставь лайк. Всем пока! У меня интересная коробочка. Underground. Что такое Underground? О, это после... Что такое Underground?